Всем привет! Очередное наше гастрономическое путешествие в турецкую еду. И снова кукуреч, но в этот раз мы этот невероятный кукуреч будем кушать в деревушке под трудно выговариваемым названием Анадолу Кавагы. Находится эта деревушка на выходе из Босфорского пролива в Черное море. Вот прям совсем рядышком. 80 турецких лир. Это умножаем на 4. 320 рублей стоит кукуреч. Мы сейчас ждем, пока нам его приготовят. И очень скоро будем его дегустировать. Вот так называется кафешечка. Наверху здесь крепость Йорос. Слева от меня в километре. А прям за этим домом паром. Паром Шехир Хатлары, который повезет нас обратно в Стамбул. А пока ждем кукуреч. И сейчас мы будем его кушать. А вот, ребята, и меню этого кафе. Вот он, наш замечательный кукуреч. Рекомендовали, правда, донер взять. Но что заказано, то свято. Вот такие вот турецкие национальные блюда. Взяли холодный чай. Стоит он 9 лир, то есть 36 рублей. Айран, турецкий айран. Вообще очень классный. То есть вот наш российский айран, он немножко другой. Я не любитель айрана. Но в Турции его обязательно надо всем попробовать, даже если вы там не особенно переносите молоко. Чуть-чуть можно. Он реально вкусный, классный. Айран стоит 4 лиры. То есть это баночка 16 рублей. Кукуреч. Это нам кукуреч наш делают. Смотрите, какая красота. А вы знаете, что такое кукуреч? Погуглите. Ладно, шучу, это бараньи потрошки. Очень вкусно. И сейчас мы их будем тестировать, ребята. Осталось совсем немного времени, буквально пара минут ожидания. И вот, ребята, настал тот момент, час X. Я буду есть кукуреч в деревушке Анадолу Кавагы, Турция. Место слияния Босфора и Черного моря. Поехали, кукуреч. О боже, это невероятно, это очень вкусно. Будете в Турции, обязательно попробуйте кукуреч. Это лучше, чем разрекламированный балык экмек, рыба в хлебе. Это просто, это прям супер нечто, это стоит своих денег. Ну что, надеюсь, ролик понравился. Всем пока, ребята, до скорых встреч. Думали, это все, это не все. Теперь я ем кукуреч еще и на корабле. Некоторым людям же нравится смотреть, как едят другие люди. Теперь ем я, а вы смотрите.